Сейчас. Слушайте, а у Golden Gun есть рейнджа? У нижнего, по-моему. Потому там, что я... много выстрелов. А, ну я... Я, наверное, в нижнем как раз просто без шлема. Я сейчас издалека стрелял в мобов и... наносил им какой-то смешной урон вообще. Полина, ты добралась? Ну, я бегу. Окей. Так. Нет, вов сравнить. Ну, охренеть. А где третий прыжок? Что-то ни хрена пила. Там никого так. Рядом нет? Нет, она далеко. Купил этот, блин, прикид новогодний. Хочу еще, ну, новогодние эти орнаменты. Что там, красивенько? Ну, можешь на мне посмотреть. Да, мне понравилось, в принципе. Мне еще нет с позапрошлого года. Я бы его тоже хотел купить, но, блин, 5000 стоит. Еще что-то нету. Ну, вроде красивенько, да. Упс. Гардиан, ты немножко даун. Для гардианов это нормально. Я бы, может, даже купил орнамент ксенофаг. Но его надо сделать сначала. Мысли. У Саши нет ксенофага, мне до сих пор в голове это не укладывается. Да, у меня нет ксенофага. Как-то у нас не складывается. Надо эти квесты. Ну, Хокман прикольный квест, мне понравился. Так-то, в принципе, там, ну, не... Особо нет каких-то таких геморройных миссий. Мне надо там по секторам бегать, я что-то никак не могу себя заставить, не знаю почему. Так-то вроде да, вроде нет. Сейчас еще, блин, в Геншине сегодня вышло это дополнение новое. Надо там новую местность разведывать, бегать. Воу-воу. Надо Чё? Будет посмотреть. Ну я просто это не в курсе был. А у тебя какой ранг там, по-моему, тебе еще может быть недоступно, то есть 20 ранг, то есть. Да, у меня две локации только открыты. Но там по сути. Я только забрал сдать. А, ну тебя китайцев еще там открывать, не переоткрывать, там, блядь, локация, да. Да, да, да. Я еще вернулся назад к этим. В Манштадт? Да, и там тоже еще открывать. А, открыли, короче, локацию новую между Манштадом и Китаем. Ледяная гора. Вот. И там прикол в том, что, короче, пока ты по ней бегаешь, на тебе стакается холод. И если ты не найдешь какой-нибудь источник тепла, то типа у тебя будет переохлаждение и ты сдохнешь. Ой, где-то мы это уже видели. Да. Вполне возможно. Ежи механики. Да. Там глич не работает со стороны. Нет.
Глич там такой не работает. Но, блин, если ты где-то вкрячился в какую-то пизделовку, рядом нет источника тепла, то это прям жестко напрягает. А в смысле, а огненными этими нельзя себя взрывать? Нет. Нет. Блин, херня. Как так-то? Это очень же тепло. Ну, там, понимаешь, как бы на тебе должен накладываться статус. А огненные способности на тебя статус не накладывают. Кроме ульты Беннета, но я вот не знаю, она снижает или нет. Что-то не тестил. Ну там я прикольно, еще но... не играл, он меняет. Че, Гардиан, погоди. Че у тебя Беннет? Беннет у меня используется чисто по этим кататься по экспедициям. Потому что у него масштабится минус 25% к времени. Это лучший саппорт вообще в эре. S плюс тир и так далее. Я вообще просто без него сейчас не играю. Ни в одной пачке. Единственное, то, что там в этой... А ты бездну открыл, нет? Ты что, сначала опять что? Да. Да. 3-2 зачистил и все. Ну, третий ты, короче, уровень, вторая комната. Ну, ты, короче, когда 3-3 зачистишь, тебе дадут еще одну эту повариху китайскую сенку. Сможешь открыть на нее первое созвездие. Ну, там, если ты смотришь, как бы, вот, ну, там есть таланты, где у тебя, типа, способности. А есть еще вкладка созвездия. И ты, когда получаешь дубликат персонажа, ты можешь открывать ему созвездие. И они дают крутые пассивные бонусы. Ну да, вот. Я это видел. Я даже открывал кому-то. По-моему, сянки. Ну вот, короче, ты за три этажа бездны дают халявную сянку. Ну, типа, как награду. Вот. Я сегодня, блин, сахарозу апнул на максимум 6 этих открытых созвездий. Буду дальше открывать. Да. Это кто? Короче, тоже даже нет. Анимусаппорт. Ну, блин, делает тоже грязь. Она очень сильно дебафает и бафает. Одновременно, как бы, одним скиллом. Там можно просто... Ну, короче, два саппорта, которые тебе нужны для того, чтобы сделать максимальный урон за одну тычку. Это Беннет и Сахароза. И ты там, блин, ну, максимальный урон пока, который делали с крита, это 1 100 000. Охереть. У Мона. Ну, это там, блин, у чувака так все прокнуло, что... Вообще, ну, короче, без них, грубо говоря, ну, как бы, с ними, вернее, дамаг с ульты можно прям в три раза разогнать, как нихер делать. Это уже надо там будет заморочиться. Билды и прочее. Сейчас, кстати, очень крутой баннер. Вот этот, который с там Альбедо, пятизвездочный гео. Фишель, Беннет и Сахароза как раз. Вот это три эстир саппорта, которые нужны просто, блядь, в любой пачке практически. В любых комбинациях. Да, понизу не проще пробежать, Беркус? А там ничего нету. Ну, можно понизу, в принципе, да. А вот это типа Гео Альбедо, который новый персонаж, он просто, блин, я просто варлок, мне проще поверить. Невибические цифры на урон имеет. Он вроде бы саппорт, но при этом там какое-то просто невибическое количество урона. При этом ему даже на поле не надо находиться. Он там ставит типа лужу, который прокает дамаг раз в 2 секунды на там что-то 200% его защиты. Вообще грязь, прям вообще грязь, да? Вов страйки? Охереть. Все, Вов здесь уже давно, пожалуйста, там все почищено. Отлично, все, открываем. Да-да-да, все. Да. Да уже открылись. И сейчас еще эти, ну, нихуё вот эти, делают ребаланс классов, ну, и вообще как бы этих. Короче, гео-персонажи дико апаются. И сейчас все бездны и прочие будут с гео закрываться. Гео просто получит баф там, ну, суммарно со всеми бафами.
этим, как резонансом, когда у тебя 2%, короче, 40 урона. Это будет новая мета. Угу. Сейчас мета солярные. Будут гео. Глиномесы, короче, врываются в лидера. Понятно. Мне только понравилось Сянка играть. Она дальше с учетом того, что, понимаешь, как бы чем выше ты будешь подниматься, тем больше ты будешь осознавать то, что ты не можешь играть одной пачкой. Тебе нужно как минимум два mm-hmm. героя каждой стихии прокачивать, потому что у тебя есть там мобы с резистом к одному, боссы с резистом к другому, потом у тебя в бездне, сейчас у тебя нужна в бездне одна пачка, потом тебе нужно будет две пачки на бездну, потому что там каждая комната будет из двух уровней состоять, и каждый уровень защищается. Ну, типа ты сразу определяешь 8 персонажей на эти два уровня. Mm-hmm. Вот. И как бы тебе один хрен качать Сянку. И она, в принципе, как даже не как main DD, а как саппорт может быть очень сильно. Mm-hmm. Вот. Так все взяли, там кто все чем дамажить будет, Solar Subclass. Ну. Так что, короче, там многообразие билдов и вот этого всего, я прям кайфую. Mm-hmm. Так, а солярные же у нас тут тоже могут круглые щиты снимать гранатами. Да, да, да. Да, да. Нет, или только... Могут, 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 могут. Угу. А какой мод на это нужен? Окей. Из сезона. Гранат? Термор. Ну, то же самое. Я тот понял, как... Самый. Термал Блуминг. Термал Оверлоу. Я, конечно, оставлю себе круглую скалку, но пускай на всякий случай у меня будет это дерьмо. Так, а на чё они ставятся? На руки? Нет, в да? классовую, классовую шмотку. Ты что, собака серая, ладно. Так. Что? Хер Тимур просто стоял. Что-нибудь. Блин, упало самое беспонтовое рейдовое тело, которое можно придумать. А, что у Деврима. Тебя? У Деврима все взяли на Варлока? Ноги. Руки? Руки. Нет, что там, руки. Руки, да. А сходить будет взять. Вчера. У него, кстати, там тело тоже неплохое, на 24 интеллекта. Не, у меня просто, я же охотник, у меня подвижность 9, восстановление 9, интеллект 2. Зато силы, блять, 18, стойкости 13. Это нормально. Так, у нас, короче, что получается? Серега, Антон и Полина в первой комнате. Мы втроем оставшиеся во второй комнате. Так, мы челлендж... Ну, не челлендж, а этот... Триумф. Триумф здесь не делаем, мы его сделали. Или кому-то его надо сделать будет. Вове не делали. Вове же не будет. Ну, все, да, так. Потом угу. будем делать, если звание, то будем сделаем. Угу. Он здесь так-то простой, в принципе. Да. Да, в чем, да. Так, я вторым беру желтый. Да, да, да. У нас кто берет? Беркус или Вова? Кого? Вы определитесь. Желтый. Желтый? Пусть Вова берет. Вов, бери тогда. Ты помнишь мне какие цифры, да, там? В консоли. Ну, давай, я возьму тогда. А ты помнишь Беркус? И снова так. Картинка в чате. Первый? Там есть. Подожди. Так сколько раз она там есть уже? А, второй. Ну вон... Третий вон там вдали.
на стене. Так, ну, четвертый, пятый вот здесь вот это. Да, все. А, четвертый на колонии, а пятый на стене, да? Да, да, да. Ну да, все, я понял тогда. Ну все, погнали, давай. Стартуем. Блин. Я уже спустил. А меня сейчас закинет. А, просто все. Бегают, что-то исследуют. Что? Так, как выживает солярка-то? Желай, как получится. Я же должен, так, я убил. Должен видеть панели, да, это все равно с этим сервитором. Четвертое и пятое. Сую желтый. А, у тебя три должно быть. А, не две. Сори, блин, туплю еще. Четвертое, пятое, окей. Четвертое, пятое. Шестая. Угу. И восьмая. 6-8. Так, а шестая на колонии, да? На стене, на стене. Тут я их лично путаю, блин. Так, все, отдай ей красный. Пошли. Красный отдал. Красный сберите, я желтый отдам. Заберу. Забрал. Что, желтый? Желтый забрал. Темная комната, правый. Чуть долго так. Как-то. Светлая комната, левый. Темная, левый. Темная, средний. Ну все, потом все. Таймер. А, таймер? Таймер, все. Угу. Я отдаю желтый, отдал. Рановато. Мне бы красный бы сдать кому-то. А че, ну пусть Антон заберет, да и все. С той комнаты начнет. Давай, давай, бери, бери. Я желтый забрал, пока. Я сую красный. Угу. Красный Берей. Забрал. Шестой, девятый. Отдаю шестой. Желтый. Ага, забираю. Пятый. Шестой, девятый, пятый. Блять, я сейчас умру. Шестой, девятый, пятый, третий. А почему? А почему я умираю? У тебя там что-то все красное. Поднимите меня, пожалуйста. Да, сейчас подниму. Красный еще не слышал. Шестой, девятый, пятый. Долго третий. Что ли был? Наверное. Так, у нас красный. Куда-то на капитан на тебя. Красный у нас, да. Я желтый отдал. Терминал. Я желтый отдал. Блядь. А зачем? Понял. Блядь. Но я не могу. Я могу забрать желтый. Я забрал желтый, окей. Ладно, красный. Забрал красный, пошел. Где он, блин? Застанет вам? Протелепортироваться. 6-9-5-3? 6-9-5-3, да. Иду отдавать красный. Угу. Да. Я заберу. Забрал красный, желтый отдавай, Беркс. Отдал. Да, да, уже вижу. Так, светлый, средний.
Ну там осталось-то вариантов немного, в общем-то. Ну все правое. Ну все равно они же могут ошибиться. Ну, правое, да, либо среднее. Блин, я, если мы за один вход не убиваем, мне почему-то есть там красный выпил этот. Есть, пол. Все, полный сет. Тебе тоже ноги упали. А мне броню начнут давать или нет? Эти ноги тебя еще задолбали, Серега. Боже. Мне упали руки на 66. Неплохо. 66, общий интеллект. Интеллект 25, восстановление 15. Только так. 12, подвижность 6. Мне тоже неплохие то руки не упали. Потому да, что мне 46. Нормально. Да. Красота. Все, полностью это отлично выглядит. Так, что у нас? Беркус внизу, тогда останься. Иди направо. Полина налево, я в центре. Там Вова, Серега и Антон идут наверх тогда. Я в центре или где это? Справа. Справа. Ну, либо справа, либо слева, смотри сам. Там наверху стоять не надо, там надо бегать. Если ты. Короче, так, получается, что на дальней стороне от боссов, ой, от лифтов удобнее всего стоять. Флаг не забудь сейчас. Сейчас нам мультик еще не поиграли. Че такое? Полина нет, что ли? А где Полина? Полина? Она где-то между локациями, похоже, зависла, вон падает. Ну, мало. Я в целую ясность, блин. Я сейчас пока переодевалась, все забежали. Чего тут переодеваться-то? Знаешь. Азев. Маганима, что ли? Ну, ну сейчас еще не запустился этап. Нет, сейчас. Че, Василис надо играть, что ли? Там моды какие-то говорят. Ну, крутые новые. Какой? Типа. Ну да. Адепт моды. Не, адепт можно. Адепт моды, я так понял, можно ставить у любые пушки. Просто они выпадают только со всеми. Да, недостижимо. Ну надо задросить, что. Я сейчас захожу в Дустан только в рейд и все. Просто сказать. Примерно так же. Сейчас китайское это дополнение пройду и может почаще потратить. Что, готово? Я Полина там что-то стоит сейчас. Она переодевается опять. Я давай, давай. Саб-класс только не меняйте. Все солярно. Солярно, да. Да, погнали. А почему Серега Антона обогнал по уровням сезонника, что-то фигня? Антон слакает. Антон, ты чего слакаешь?
устал. Ты как Герман, что ли? Вообще. Ну не настолько устал. Продал плойку и ушел в качалку. Ой, я так в 17 году вроде делал. Но у меня тогда не было доспана и вас. Так, пошли. Сервиторы. Они самые. Ну вот тут, кстати, в принципе, несложный триумф. Надо просто сервиторов одновременно убивать. Всего-то. Ну это не настолько сложно. А, в общем, да. Так, я своего убил. Красный. Желтый. Красный у меня, да. Так, вы там сервитора одного оставьте. Оставил. Угу. Красный у меня, я как бы готов внести, если что. На сервиторов все? Угу. Сервитора одного еще не добили. Нет, 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 у меня еще один. Сейчас он желтый добил, возьмет и добьет. Угу. Все есть. Все добил. Так, все, все красный взял, закинул. Добил. Нижний, дальний. Там много времени, в принципе. Угу. Отдал желтый. Да, да, я забрал. Так, у нас верхний палин. Перкс успеешь? Забрать, в смысле, или что? К вам? Не, давай. Правый палин, давай. Да, надо собираться всем домашним. А, что ты здесь? Ну, что? Граждане, так, мы желтый отдали. Сейчас тебе волос правый, правый верхний. Правый верхний. Левый босс, левый босс. Серега, а ты где, блядь? А я упал вниз, мы сейчас поднимемся. Да ладно. Нет, давайте с первого раза. Отсюда? Желтый, что там? Давайте. Отдал. Беркус, ты сразу ближе к центру двигайся, да, чтобы... Да-да-да, я понял. Что мы вдвоем здесь были. Вова, я у левого нижнего. Центральный, центральный, Беркус, центральный. Жду, давай, раз, два, три, погнали. Доберись ты, блин. На кусок. Так, отдал. Я вернулся. Угу, места. Мне куда? Левый верхний. Понял. Еду. Вов, опустишь там эти, да? Спасибо. Забегаю. Забегаю. Всем привет. Угу. Сервитора? У нас что-то нет пока. Нету пока. У нас пошли. Угу. Похоже, что нет. Забрала. Я тоже забрал. Левый, 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 левый. Не надо убегать. Нет, я... я взял. Так, Беркус, ближе к центру двигайся, чтобы мы успели все. Центральный. Давай.
Ждем. Раз, два, три, погнали. У меня баф. Окей. Вы не торопитесь, там много времени, по счету начинаем, потому что там где-то окно урона, чтобы мы все могли писать. Право, верно. И этот еще момент такой, что с гильотиной вы настакаете три обычных удара, а потом вертушку. Правый, угу. Правый. Угу. Сдать? Все, сдали. Лекус у меня внизу. Ну, не ждите, я бегу, конечно. Ладно. Не ждите. Не ждите, так да. Так я не буду. Так, ну подбирай, я отдаю желтую. Да-да-да. Так, вы с одного этого раздамажите там. Еду наверх. На нас уже сейчас не будет больше. Еду наверх. Куда мне? А, ну будет за следующую фазу. Иду. Забежал? Еще нет. Вот сейчас он скинет и начнется. Молодцы. Там его позбивает капсулу вниз, если что. Он сбил уши, они здесь. Да. Все хорошо. Все витры? Так, сервиторы пошли. Забрала. Если у меня так стоит, банк прям под босс. Так, забрал своего. Левый, левый. Шинки остались. Да, погнали наверх. Блять. Пиздец, меня закинул в пустую эту. Молодец. Я не понял, честно. Опять? Чекин. Нужный мертв. Я поеду вниз тогда за Чекином, наверное. Я ж подняла его. А ты уехал, короче, мы с тобой. А что такое? Проебали что-то. Каст? Ага. Заглючил, похоже. Каст, походу, у нас внизу был. Не до конца, потому что. Все равно происходит. Ну, походу, да. Ну, походу, не перевели на фазу урон. Да, да. Угу. Ну, похоже на то. Там, короче, получилось так, что меня сначала закинуло в пустую, и меня почему-то убило. И потом мы с Полиной в одну и ту же начали заходить, и она уехала, и меня эта хуйня убила. Тебя выкинула. Которая она уехала, да. А в пустой там дырка, в ней можно упасть. Да, ты падаешь и умираешь. Ну вот меня первый раз так убило, а второй раз я сжал квадратик, и, короче, у меня анимация закрытия дверей произошла, и я в этот момент сдох. Это огонь. Осторожно, двери закрываются. Да. Все, давайте точно так же, только с последней фазы еще погнали. Угу. Короче, я своего сервитора не трогаю, пока не заберу желтый баф и не убью всех мелких мобов с правой стороны.
Хорошо. Мне просто с этой точки удобнее смотреть. Так, красный у меня. Ну ты забери его просто и все. Пока не вноси. Ну ты не внесешь пока. Осталось не сдохнуть еще совсем. Да, очень хотелось бы. Я убил своего. Шанг еще на центре. Да, сейчас я дочищаю. Было оттуда свалить очень быстро. Ничего, меня там бы убили. Так, красный, заносите. Да, да, сноси. Не вижу желтого нигде. А, все, вижу. Вижу. Забирай, убивай, буду заносить. Заношу красный. Убил. Занес. Угу. Нижний, ближний. Отдал желтый. Угу. К центру ближе здесь собираемся. У нас нижний. Пришел. Что-то бьем. Да, 3-2 раз. Отлично. Я забрал, я пошел пока. Правая. Закинул. Левый. Пришел. Желтый отдал. Забрали. Вместе заносим. Успею. У нас успею. Вова уже ушел. Ладно, ушел. Полин, ко мне. Ладно, не закрыл, еще я успел забежать. Он бы успел, да, мы в прошлый раз успевали. Слева внизу. Справа. Ушел ты скину. Вов, никуда. Левая верхняя. Угу. Правую сожгли уже. Вы кушать хотите? А, упала? Бля. Нас. Да дальше тогда. Да. Ну все. Все закрыты. Давай я подниму, потом сброшу. Сейчас следующий этап же будет. Тоже сервитор уходит. Так, два сервитора я убил. Понял, сейчас правая и нижняя сейчас откроется, по идее. Правую нижнюю видно, не получается сейчас. Да, вот сбей меня, пожалуйста. Сбей просто меня, пожалуйста. Все. Он еще раз поднимет. Угу. У него таймер обнулится. Да, у меня еще 40 секунд, все. Сейчас Серега подбирает второй баф, и мы идем. Сервитор только убейте. Так, нижний, ближний. Блять, с меня слетел баф. Или он просто исчез, я не понял. Не, его... Правую, нижнюю. Желтый не забудь. Угу. Отдал. Так, ближе к центру давайте, ребят. Беркус у тебя.
Понял, давайте. Не заходите, подождите меня. Жди. Давай. Давай. Три, два, раз. Бля. Давай. Поднимитесь там все. Да, да, да. Куда да. мне? Куда мне? Куда мне? Ой. Правую верхнюю, понял. А я не успел золотой бал забрать. Не успел золотой бал взять. Левый. Не, хорошо получалось, успевали затащить, если бы не забежали внутрь. Серега, видимо, забежал и выскочил обратно, поэтому дверь сработала. Да. Угу. Я поэтому, собственно, возле нее стою и жду, когда Антон побежит. Потому что мы с ним вдвоем успеваем. А у меня там времени 15 секунд, поэтому я могу стоять достаточно. Слушайте, а фиолетовый баф точно только чувак с красным бафом может снять? Никто другой не может? Да. А попробуйте кто-нибудь без бафа пострелять фиолетовый. Ради просто интереса. Не, оно не работало, окей. По-моему, мы проверяли, оно не работало. Точно? Угу. Ну, так нормально. А что, у тебя какие-то другие данные есть или что? Что-то? Не, просто предположение. Нет. Я думаю, как челлендж сделать. Ну, оно сейчас очень долго валялось, после того, как с меня упало. Меня тут то ли цепной молнией, то ли чем-то еще таким накрыл. Ну, знаешь, секунд 30 точно лежало. При этом, когда ты его сбиваешь, я поднимаю, у меня снова 45 секунд. То есть, в принципе, просто все бегают, а красный баф бегает и все время их сбивают. Ну, и там должна быть группа людей, но которые еще... типа будут. Если группа людей будет, это 4 бафа, а дамажить будет некому. Ну, с бафами дамажить. Можно просто бегать. Блин. Да, с бафами дамажить, а красный просто их периодически сбивает. Ой. А, ну его надо будет передавать. Его надо будет передавать вниз. Угу. Вверху? Да, вижу. Хорошо. Убивай. Смешанки на центре. Сука. Красный отдал. Нижний дальний. Желтый отдал. Правый нижний побежал. Карт спалин верхний у нас. Хорошо. Стой, куда ж ты? Блин. Бей. Сейчас что-нибудь тарапуга. Да блин, тут... Я ульту просто ебал. Ладно, да желтый. Блин. И куда, правый верхний? Маус, все. Левый. На секунду. Сука. Кого-то ждем? Так, Берг вставляет к центру. Центральный. Я тут. Слева, снизу жду.
капсулу шлюпки, нету капсул. Все, окей. Полин приехал там. Я на Полине уехал, да, все нормально. Полин, такси. Такси Полина. Пиво не забудьте оставить. Куда? Понял. 15 секунд у меня. Пришел. Ретер пошли. Угу. Сервиторы читаши перестали через краунер выбиваться. Нижний, ближний. Мне кажется, слышал, как Тарак сказал пиздец. Возможно. Это не она. Так, к центру двигаемся потихоньку. Да, нет, там тут было что-то пше-пше. Думаешь, она на польском разговаривает? Возможно. Слева Бекус у тебя, справа. Из Полины? Я да, бегу. Да. Раз, два, три. Успеешь, успеешь. Нет, нет. Вы какое-то место выберите себе там, ну, чтобы примерно одинаково, на одинаковом ударении быть от всех. Куда как-то делся баф? А, блядь, баф у меня. Ну, неси. Несу, а я еще даже не заметил. Левый. Кажется, его не было поначалу, я добежал уже почти до своей комнаты, он появился. Так, Вов, мне куда? У меня 20 секунд. Левый верхний. Да что желтый? 10 секунд. Так, Берку сейчас Полин либо тут слева, либо на центре будет. Угу. Логично. Так, внизу, внизу слева. Давай, пошли. Ты успеваешь, нет? Я не уверен, но давай начинай. Смотри, второй раз слева во рту просто, по-моему. Он там желтый. Она вряд ли тебе сильно пригодится где-то еще. Лоб. Да, добивание там пригодится. Вова. Есть еще время перезарядить. Вова. Не успею. Владимир. Левый верхний, я так понимаю. Окей, бегу. У меня рескранер генерит так-то. Давай. Нет, не рескранер. Ну, ты моей арбы не видишь, что ли? Подними его гранату, малыш. Все уже, блядь. Ко мне притянулся. Так, у нас остался центр и ваш нижний, верхний, да? В смысле, у меня сейчас новая фаза. А, все, окей, все будет. Да, все, кто пришли, простите. Сервиторы. Блять, куда мой делся? Мой вообще в ящик телепортнулся. Вы на центре стоит. Да, все. Он просто стоял, полетел к Беркусу, а потом резко телепортнулся в твою сторону, я немного дезориентировался. Левый, 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 левый. Отдал желтый. Так, давайте ближе к центру. У тебя Беркус.
успеем все. Знаем. Давайте, раз, раз, два, три. Все, сейчас все летим. Желтый отдам. Угу. Желтый отдал. Лечу тоже. Желтый забрал. Да, иди в какое. Последний все равно лечу. Видишь, куда заходит. Вова, нас меня надо сбить будет. Я приехал. Центральный, центральный верхний. Дальше. Блять, нихуя не вижу. Не вижу никакого. А, нижний кастуют. Кастуют уже, давай. Так, начали кастовать. Нижний дальний, нижний дальний. Блять. Под Серегой прям. Так, сейчас. Левый, левый верхний, левый верхний. Блин, не успею. Да пиздец. Ладно. Миллиметр оставался. Далеко было. Блять, учти чё. Обидно. Надо поставить кому-нибудь солярную эту ульту, которая меч просто кидаться на РНЖ. Верхний или нижний. Да, я на голден. На голден ган переключусь. Давай я возьму тоже. Сейчас бы его хватило. Да пофигу, какой-то дамаг что-то не носить. Я даунблейда взял, короче. У тебя, кстати, на молотках есть отличный дебаф с коленки. Не входящий урон по цели. Будет очень полезно на ДПС. Слушайте, а в верхней ветке один выстрел с голмангана? Я 100 лет не играл за хантай, не помню. Колено. Либо 3, либо 6, погоди. Без шлема там либо 3, либо 6 выстрелов. Верхний, по-моему, 3, нижний 6. Посмотри, ну там в описании написано. Да, с шлемом один. А без нет, шлема три. Это шлем я не буду брать. Ну, там шлем, короче, смотри, у тебя... Шесть — это верхние, три — нижний. Да. А. Там, короче, у нижнего повышенный precision урон. Значит, это вот тот, на который значит, обычно 3. Берут значит, со шлемом. Значит, да. Да. Ну и сейчас я тоже с ним буду. Все, запускаем, да. Не, погоди, точность это на верхнем, метки глаз. Значит, 3 выстрела на верхнем. Нет, до 6. В смысле до 6? Подождите, дайте я посмотрю. Ну, если убиваешь. Верхний до 6 быстрых выстрелов, и каждое убийство возвращает в магазин по пуле. При этом у него есть метки глаз, которые ну, да. Повышают точность золотого пистолета. На него обычно, по-моему, мы не берем. Это другой, он не дает precision урон. Это не та нет, вот нижний это строитель в очередь позволяет наносить увеличенный урон прицельным попаданием из золотого пистолета. Precision урон с Golden Gun. Golden Gun критует тогда. Вот так Golden Gun не критует. Значит нижний. Ладно, в общем, нижний с 3 выстрелами как раз то, что нужно на этой фазе. Еще бы сказал. Сквозь весь этот огонь видеть желтого мага. Ну посмотрим. Так, ну погнали там дальше. В принципе, ты с Голдена один должен его разваливать тогда просто с желтым бафом. Без шлема нет. Да по идее ему должно хватать дамага, там не так много остается у него. Он очень мало без шлема, Голден херачит поэтому. Окей. Голден испортили тоже, эх. Не сказать, что мало, но ничего хорошего.
Нормально. Пошли. Патроны лежат. Арбы лежат. А ты их собирали? Да, я пробежал. Глиммер собрал. Чтобы не глючило. Я перед стартом пробегаю, собираю это дерьмо. Так, чё у кого желтый? Ага, бегу. Блять, босс, ай. Не поддавайся. Так, я, наверное, отпущу тогда сразу. Если меня не убьют тут. Я уже взял. Уже с желтым вернулся. Да. Так, я опустил, короче, часть этих. Нижний, ближний. Бля, отдаю красный. Сорян, заступил чуть-чуть. Отдаю желтый. Ну, спасибо. Давайте ближе к центру собираемся. Уже. Центральный. Давайте, раз, два, три. Ну, может, хорошо ударили. Меня? Так, у тебя, да, иди. Желтый отдал. Да, я опустил. Да, я опустил уже. Отгонь. А что такое? Не знаю. Каст. Вы жарный взяли, что ли? Взяли. Я загрузилась с ним в капсулу. Я взял, выпрыгнул, и у нас не было каста. Да. Ну вон я 12 секунд с репликацией. Очень странно. Странно. А там, нету глючить. Нету никаких изменений, если ты сразу заносишь много дамага ему. А каким рикошетом тут? Не, ты что, его за одну фазу убивает? А, стартуем. А что, мы его за одну фазу не убиваем? Ну, сложно. Там. Потому что мы в солярном сабклассе извращаемся. Да ну тут дальше дело не в солярном. Если бы мы были не в солярном, то что не убили бы. Ну не знаю, если все шестером разом навалимся, то возможно так как-то маловероятно. Нет, там я же рассказывал, как делать. Там, ну, за это. Надо, да, сверху, снизу, да. По два, по четыре. Надо летать туда-сюда. Так, красный, кажется, у меня здесь внизу. Пошли сервиторы. Я упал. Сейчас сервиторы разберу. Так, желтый у меня. Я забрал красный. Угу. На желтый у Антона, да? Так, все. Да, я все. Красный отдам сразу, как только. Спасибо, Лин. За что? Нижний, дальний. Отдал красный. Что у нас? Я еще не взял желтый. Отдал желтый. Взял желтый. Серега, ты тащишь? Давайте ближе к центру сюда. У нас ниже. Пришел. Го. Раз, два, три. Блять, хэви атака не зашла, ёпта. У меня. Приехал. Да. Правый у меня.
20 секунд ждать кого? Угу. Заходим. Блять. Беркс, давай к центру. У тебя, Беркс, у тебя, Беркс, угу. У тебя. Давай, давай. Жди, я успею. Давай. Раз, два, три. Начали. Нихай не вошел, давай. Я как раз капсулу привела. А там, а, да, опустите а потом. Нет, они все наверху. Полная, полная, да, всем нужно, всем нужно. Угу. Иду. Забегаю. Выпустите. Спасибо. Угу. Ну, похоже, пока нет. А, вот сейчас есть, есть, есть. Сервитора. Нижний, ближний. Я полин там шанки сверху. Сейчас уберу. В центре остались еще походу. Блять. Отдал желтый. Угу. Так, готовимся к ДПС. Я. У нас нижний. Он ко мне через полкарты. Присосался. Пришел. Давай. Давай. Алины. Угу, стал желтый. Че-то он отличился или не показался. Вов, мне куда? Правый, правый моб. Беркс, готовимся. Готов. У меня тут верхний. Не уверен, что успею, хотя успеваю. Давай. Угу. Давай. Еще одна фаза, да, будет? Угу. Но они должны успеть наверху добить. Да. Везу гостиниц. Куда вы? Приехал. Зашел. У меня какой-то дефицит хаюков. Это печально. А, вон внизу валяется сейчас. Не, ну не то, что прям совсем нет. Значит, не дефицит. Ну слушай, 20 в мече это так. Это хватит тебе вроде бы. Тут так. Ну чувствую себя некомфортно. С таким, знаешь ли. А в смысле, у тебя больше бывает? Да. У меня 47. У меня 37 сейчас. 55. Ну, видимо. У кого больше? У нас вышли сервиторы. Так, давайте вы не будете меряться мечами, да. А дамажу тебе. Я дамажу его. Тихо, да. Я разбил сервитора. Да, я тоже. Понеслась.
Нижний, ближний. Сдаю желтый. Нет, оставляй. Надо, походу летим, да. Ладно. Летим, летим, летим. Пошли сдам, пошли сдам. Я скину. Касты пошли, касты пошли, касты не пошли. Ресить, не ресить. Центральный, центральный, центральный верхний. Ага, успел. Дальше. Полин, ресни, Серега. Тише. Давай, блять, кто в меня прыгнул? Быстрее. Слева нижний, ближний. Слева нижний. Чакин, бей. Не, не успел. Еще один. Меня... Не вижу, не вижу, нихуя справа, не вижу. Внизу справа, есть справа, 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 где Вова? Справа, где Вова? Справа, где Вова? Окей, самая сложная часть. Дворуки, тиммейты, молотки там, ты всю хуйню. Чих-чих-чих. Кидаем. Голденганы. Да он что-то вообще как-то странно дамажит, да. Не, ну они сначала белые, пока ты не насакаешь себе этот, если ты гильотиной. Гудрольный. Типа бьешь 4-5 раз обычным ударом, а потом вертушку. А, ну, ну окей. Давай, поехали, вошли, вышли. В прошлый раз как-то быстро проскочили этот. Ну, видишь, но, обстоятельства складываются не в нашу. Тезера нет. Ни тезера, ни новый, ничего такого, что могло бы улучшить ситуацию. Голден вообще ни о чем. Просто, да? Блин, не лучше бы... Лучше вообще нет. Понятно. Ну да. Ты чё, чё за шляпа? Блять. Я понимаю. Блять. Сорян. Вообще не понял, чем, почему так случилось. Территор пошли. Блять. Ай. Фух. Чудом ушел. Так, своего убил структура. Пошел каст. Красный у меня. Нижний, ближний. Красный отдай. Красный отдай, просто дам. Полин, красный отдай быстрее. Да. Ты не взяла его с... Внизу, внизу. Заберите желтый пока тогда. Отойди, Полин. Угу. Заноси красный. У тебя, Беркс, у тебя один. Понял. Наверное, только ты успеешь. Убирайте красный. Так вроде. Немножко могло быть и хуже. Да. Капсул накидайте вниз его. Еду наверх. Левый, 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 левый моб, левый моб, левый моб. Серега. Понятно. Бля, чего у вас всех со скоростью? Наденьте какие-нибудь сапоги, пожалуйста. Не-не-не. Давай. К тебе этих нет. Ты красный. Так, все, тихо, тихо, тихо. Ой. Полин, нас внизу. Давай в левую нижнюю лобу. Раз, два, три. Нормально.
Желтый вернул. Вов, мне куда? Давай куда-нибудь решать, у меня все. Левую, верхнюю, это же вторая уже партия. Ну ты сбей с нее, чтобы она заново. Не, 10 секунд нормально. А, все, окей. Но у него же коленка есть. Серега? Смогёшь? Не-не, вообще просто. Ты сейчас слева наверху тусуй, оттуда удобнее падать вниз, да. Если что, как бы он к мамбу пробегать. Так, пошел слева, 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 моб. Блядь, какой-то мобов что-то много как-то у него там. Да, блин, опять не меня. Так, правый нижний бегу. Ну, желтый взял, сейчас скоро будет ДПС. У тебя Беркус. Давай. Раз, два. Раз, два, три. Три. Ну, давай, я вспомнил уже. Блин, я почему-то хожу удар не прошел. Странно. Ну, да. Желтый отдал. Еду наверх. Угу. Нижний дальний. Приехал. Подождать? Да. 10, 9, 8. Все, я тут. 7. Давай, сбегаю. Поехали. Каст пошел. У нас каст. А, блядь. Сами. Я ебалась, я забыл, сорян. У нас внизу здесь палин на мне прям. Я этот проверил. Я идиот, простите. Я забыл, я думаю, уже все, короче, последний этап. О, мне куда? Поэтому да. Поэтому не с первого раза проходить уже, да, чтобы нападал. Да. Кого ждать, нет? Не-не. Ну, сейчас уж это там новая фаза будет. Серега. Смотри, ты говоришь... Не, я говорю, ты сверху тусуешь, но ты тусуешь ближе к лифтам, а ты должен ближе к окошку. Да. Светор. То есть вот где ты сейчас, только сверху. Куда он телепортнулся? Вот такая фигня. Вот он. Убил. Так, пошел. Да, слева, 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 слева. Блять, мне бы не сдохнуться, а? Сука! Блять, поднимите так. Меня, пожалуйста. Внизу я у Полины дышу. Желтый. Беркус. Бегу. Полин, возьми желтый, посмотри, где босс какой будет. Он будет желтой сеточкой светиться. Я знаю.
стекло разбивай. Где? На центре. Окей. Угу. Верхнем. Давай. Так, ждем. Давай. Все, отдавай желтый в терминал. И мы едем. А он зареспаунился. Но вроде не откатил здоровье. А ну это нормально, погнали. Здоровья нету. Леша, дома. Отдала желтый. Дома. Нет, что за фигня? Ну почему сейчас что произошло? Херня, это как-то произошло, босс появился внизу. Он из этого, из фиолетового шара заспаунился обратно. Нет. Полина я пошла отдавать балл, он с фиолетовым сел наверх. У меня на экране фиолетовый баф лежал еще на полу, он откатился в сторону, потом из него заспаунился босс обратно. Не успели поднять. А, ну так и происходит, если его не взяли. Так там прошла-то вообще. Он уже туда телепатил. Там, блин, чтобы его взять, наверное, секунд 5 надо, как минимум. Ну, то есть, как бы, ну, время есть. Он у меня просто вот, ну, да, выпадает из босса. 10 лежит, да, спокойно. Он выпадает из босса, сразу заспаунился. Откатывается от меня и сразу же спаунится. Охуенно. Причем, как бы, ну, сняли-то мы ему до маг-фазы, то есть, может быть, из-за этого, конечно, что-то глюкануло, но что-то вообще что-то херня. Так, подожди, не запускай, нет, подожди, надо глиммер собрать, а то тут что-то начнет вываливать. Давайте соберем, да, по максимуму сейчас. Вы тоже там. Так, поставлю-ка я, наверное, ульту другую. Нам кладезь стоял. Ну, с ним урона больше, но ладно, все равно нереализуемого. Да, как тут. Нам главное на финале босса хорошо быстро мочить. Блять, сорян, это я. Все собрал, блядь, глиммер. Ну, значит, пошли. Погнали. Я специально не стал подходить туда, думаю, хрен с ним там поваляется. А я жадный. Жадный, а запасливый. Угу. Я вот вчера пожадил на такси, и теперь жопец болит. В смысле, упала, что ли? Ну, упала, да. Ну, я подумала, что ладно, что, 1.5 километра пешком пройдусь. А тут ледяной асфальт решил иначе. Красный у кого? У меня справа. Угу. Еще до кучи в рюкзаке бутылка разбилась. Вот это, конечно, плохо, да. Блять, ебаный сервитор. Самое интересное, алкашка-то как раз целая осталась, разбилась бутылка с маслом. Бывает, что неприятно. А техники не было никакой? В рюкзаке. Нет, она все сверху лежит. Ну, знаешь, тоже неприятно. У меня теперь есть джинсы сзади цвета модного леопарда. Понятно. Про них можно забыть. Ну, не знаю, посмотрим. Я все еще пытаюсь реанимировать. Куртка вроде ничего, выжила. Да, наверное, пора. Да. Я отдаю красный. Угу. Нижний, ближний. Блять, вертушка пролетела мимо, зараза. Отдал желтый. Угу. Так, готовимся. У нас нижний. Не успею, скорее всего. Давай. Раз, два, три. Ну, почему-то хоть атака не вносится. Ну, желтый отдал. А ты разминаешь двумя-тремя ударами, да? Я с этим, с экзотическим. Нет, через раз хожу, удар срабатывает. Не понимаю, почему. Мне вот интересно, я когда босс уже исчез... Правый босс, правый.
По нему дамаг все еще проходит. Да, да, да. Там типа остается mm-hmm. фиолетовая херня. По фиолетовой херне дамаг проходит. Я взял. Антон взял. И тебя, Беркус. Да. Не успею. Давай. Раз, два, три. И сейчас прошел хэвэр. Все, закинул, желтый отдал. Везу. Угу. Тут еще поговаривают, колония дамажит босса финального через щит вне дамаг фазы. Чего? Да. Волшебные жучки. Угу. Заползают ему в двигатели. Щекочут сервиторский. Ему нужна шапочка из фольги. Да, да. Да, просто шизофрения такая. Да, сейчас попробуем. Сейчас вайпнемся и попробуем, да? Нет, нет, финальный босс. Этого босса. На финальном боссе. Так, сервитор пошли. Не переключайтесь на колонию. Пока еще. Куда ты? Где ты? Сервитор, блин, стой на месте. Да. Это вообще... Плотно. Нижний, дальний. Ой. Ой-ой. Что так больно-то? Ну, Серега забрал. Красава. Заберите бафта. Желтый взял. Да-да, и все. Так, Перкус, у тебя, блять, не факт, что мы успеем. Давай, давай, сам. Я успел только баф забрать. Ну все, неси. Ну я два раза ударил. Нет, тебе отдам. Че, полетим вместе? Травы вежливо? Меня подождите, подождете. Подождем. Как раз этот босс. Удачно. Желтый отдал. Ну это я по. Да. Забрал. Жду, жду Полину. Пошли, пошли. Давай. Так, Беркус, идем сюда ко мне. Я ой, тут, ой, тут. Ой. Не застревай да. Пока. Где? У меня верхний. Ага. Пришел. Давай. Давай, раз, два, три. Знаете, опять хайв удар не прошел. Закинул желтый. Забрал. Ощутимо меньше урона, конечно. Угу. Да-да-да. Ну еще назад. Ну рифт. Все-таки рифт дает. Куда вов? Угу. Захожу. Выхожу. О, новая фаза пошла. Ай-яй-яй, Полин, меня шанки твои сейчас убили. Извини. Есть чем поднять? Я просто снизу там. Да, я поднимусь сейчас. Не, что-то не этот, не понял, откуда меня домашний. Я просто пока снизу чистил, они тут. Не понял. Разбушевались слегка. Сервитор. Че, я опять больше всех умираю? По классике. Mm-hmm.
Так, отъебитесь, пожалуйста. Второй раз уже не подниму. Что у нас? У нас все вроде. Ну, они только сейчас вышли у нас. Очень долго их не было. Так, давайте без этого. Да. Страшно. Врубай. Давай правый. Да, сучка. Желтый сдал. Направо вниз пошел. Угу. Желтый забрал на центр, да. У тебя Беркс. Серега. Ты вот так раз, два, в самом начале с левой стороны. Я не знаю, не перевели. Но вы сейчас точно переведете, да, можно всем ехать наверх, собственно. Я забрал, да. Поехали наверх. Он просто валялся. Поехали наверх. Он оказался вообще. А какой? А какой? А где? Не вижу. Левый, Серега, левый. Блять, почему у тебя вот опять слева нет? Почему я быстрее тебя добегаю? Тихо. Сбей, пожалуйста. Ты ждешь, да? Окей, давай. Ой, тихо, он пнулся. Блять, что за дерьмо? Пизда рулю. Так, я кого-то кому-то поднял. Центральный верхний. Так, дальше, отбил его. Кто дальше? Вот он только сейчас умер, подождите. Да. Пока еще не кастуют, тихо. Нижний ближний. На Антоне. Так, еще. Ну, кто? Правый. Верхний, правый, нижний. Правый, верхний. Блять, я в нижний пострелял, ну. Давайте перерыв. Да, давайте. Фу. А? Нет, еще не ушел. Да, скорее всего, лаг. Ну, скорее всего, давай с Берксом поменяйтесь местами, и все. Лагает. Так, сейчас приду. Я охотник. Нет, у меня получается, да, что я срываюсь уже как бы к нему и в это время говорю, куда бежать. То есть я не стою на месте, говорю, куда бежать, и после этого бегу. А я уже бегу к нему и такой, блядь, с какой стороны? Это левая сторона сверху. А вот сейчас на дамаг фазе и... Да понятно, это уж просто, блядь, давайте его убьем нахер. А на дамаг... Не, ну вот сейчас мы вроде говорим нормально, но, видимо, там это влияет очень сильно, вот эти вот задержки. Сейчас вот на дамаг фазе я затупил, потому что я привык, что у нас типа право-лево это всегда сверху. Да, их там много сейчас. Говорят. Да. Да. Я стоял перед ними, ждал, какой из них будет, и когда уже увидел, что совсем сильно кастуют. Причем у нас, похоже, по скорости разная, то есть они прям начинают явно очень сильно кастовать. Я такой, типа, ну да, уже почти кастуют, сейчас скажу. Не понял. Да, у меня они такие стоят, просто ничего не делают, потом начинают кастовать. У меня они в этот момент светятся уже белым, то есть уже почти закончили каст. Вот это получится. А у меня вообще они как бы стоят, даже не начинают. Они просто стоят такие, смотрят по сторонам, постреливают, там с какой-то херни. Просто, блядь, херня. Ну, кстати, может быть, кто-нибудь другой возьмет желтый балл? Nope.
Ну, пожалуйста. Нюп. Кстати, надо посмотреть в броню сезонную и вот на эти моды для рейдовые. Потому что они, похоже, должны неплохо так помогать. Баф, баф. Ну, вон, вовер для красного и рекина для желтого. Ну, посмотрю сейчас, короче, сейчас вернусь. Так, а моды только в рейдовую броню вставляются, да, эти? Да, у меня вот мод выпал, а броня нет. До сих пор ни одной брони, что ли? Нет. Это странно. Капец, конечно. Ладно, все, пошел делать самокрутку и вернусь. Да, мини-перерыв. Тоже вернулся, я тут пока ходил, понял, что эту херню с солярным сабклассом придумал я, и мне даже ненавидеть некого, кроме себя. Ну, такое, надо было пробежать сначала, а потом такие, бля, ребят, давайте еще вот так, ну, там, по одному этапу в день. Там арковыми тоже надо будет проходить? По-моему, всеми. И стасис на ним? Угу. Окей, будет весело. Но этот этап у нас уже пройден райдовыми, так что... Сейчас у нас будет второй уже пройден. Так, ну давайте, смотрите, надо собрать карточку, завершить рейд в группе только из одного клана. Потом завершить все столкновения в рейде одним сабклассом. Точнее, одним классом. Да. Да, Арк, Солар, Стазис, Войд. Так, я вернусь. Открыть сундуки, прыгание. Ребят, эти в чат, есть предложение одно. Когда мы... Все здесь? Нет, все здесь? О, условно. Смотри, когда у нас вот это... Последняя ДПС фаза, когда они все там, не убивайте первого моба сразу.
Ну, то есть ты вот говоришь, там, допустим, сейчас был центральный, да, и сразу начинаем вносить урон. Там есть определенный таймер, и пост начинает светиться красным. То есть вот до этого момента каст не произойдет. Давайте все тупо на нем соберемся. И просто его за один раз ебанем. Давайте. Я сейчас оберну рифт обратно. Ну, вы там по карте смотрите, то есть если мы не успеваем доехать, и он уже красный, то вы его мочите. А если ну, там успеваем, к- то мочите. С командой просто все. Да. Блять, если слышал. Короче, давайте так. Антон, а эти карточки рейдовые, они там в каком месте? Я что-то очень плохо ориентируюсь в триумфе. Заходишь в триумф, снизу печать, и пятая слева печать, это склеп. А если карточка все, коллекция, то она на второй странице коллекции. Карточка. Окей. Мне остался меч собрать. Так, эту карточку нужно. Да, здесь есть рейдовый меч. Он говно. Киберсабля. Полин, что? Да, мне чисто для карточки. Так, пофиг вообще. Не пулемет нужен, который не падает. А, но это другая карточка, это карточка Европа. А рейдовая там на следующей странице. А, значит, это шейдер с пингвинов все-таки. Окей. Солярная половина сделана уже. Фойдом только. Мне тоже его не хватает. Кстати, не сделано ничего. Я на месте. Не погнали? В смысле, соляром половина сделана. Ну мы какие-то этапы проходили уже соляром. Нет, да, соляром сделана половина. Ну, точнее как, мы неосознанно проходили просто. Там самое веселое будет, это когда только одному игроку можно заносить ядерные заряды. Вот это будет, конечно, веселуха. В смысле? Новостей? Или на каком-то... Или новостей, или нападение на Европу, я не прочитал. Я не успел. А там типа только одному... на Европу, по-моему. Только одному игроку разрешается заносить ядерные заряды. А, ну... Ну, это не так сложно, на самом деле. На Европе, наверное, ок, новостей будет печально. Не, ну брать-то их можно, их просто в ящик нужно, чтобы один только укладывал. Так, правильно? Шредер понимаешь? Пошли. Да, двое доносят. А один забирает и закладывает в ящик. Ты самый сервитор, что ты делаешь со мной? Но меня в стенку телепортировал. Да, вижу. Лады. Так, я взял красную. Ну пизда, блять! Вверх все у тебя. Правый моб. Я подниму. Правый. Красная, да? Давай. Красный заношу Вова. Вова, забирай красный. Здесь рядом забрал бы Вова. Желтый занес. Каст. У тебя Беркс. Ждать? Да, здесь. Давай. Так, давай. Раз, два, три. Вниз. Вова, накидай капсул вниз. Я еду к вам. Левый. Куда мне? Угу. Ждем. Блин, ты хрен светишь на мне. Давайте, ждите. Давай. Я бегу. Бегу. Все, забегаем. Центральный потом. Спасибо. Ты успеешь? Да. Давай, раз, два, три.
пошла. Вы мне куда, левая? Смешал, ты сдал. Забрал. Дать кого, нет? Следующая фаза. Охрененно, когда сервитор тебе телепортируется за спину. У меня вот сейчас так было, причем дважды сделал. Причем это была не телепортация, а он просто переместился туда внезапно. Лучше, чем когда в стену. Левый, Вова. Ой. Шанс на центре остался. Желтый отдал? Не брал. Вова забегаю. Так, у тебя Беркус. Все успеем, я думаю. Да. Думаю, да. Раз, два, раз, три. Два, три. Ну вообще отлично. Так, он на меня зацепился. Угу. Так. Нижний, дальний. Собрал. Заходим. Стреляй. Центральный пан. Идем. Так, поход перевели. Вроде блин, вон там возле капсулы лежит. Ага. Я забрала. Не хватает? Чуть-чуть. А, да, отхилился. Не хватает. Нет. Угу. Вов, никуда. Так, может, и после сервиторов мы можем идти к вам. Желтый отдадите? Да. С желтым слишком легко. Да, мне не только ты. Территорах убили, что полетели? Правый верхний. Не, ее взять надо по-любому. Сдавать эту? Нет, не сдаю. Так, смотри, не торопимся, смотрю. Аккуратно все сейчас просто занимаем. Угу. Центральный, верхний. Пошли. На счет три. Так, все здесь? Раз, два, три. Поехали. И погнали. Все.
Тормозов чуть-чуть. Красота. Теперь будут руки о, падать. Господи, везде. Опять так... оружие. В такой ситуации... Руки. Голову. Работа. Тоже. Бля, мне упали... херня. Упали руки на 64, интеллект 29, восстановление 12 и ёбаная подвижность 17. Блять, это вот ханту бы вообще был бы топ. А мне нахер не надо. Да. Очень обидно. Че, сейчас будем Красиво. Переключаться между этими? Да не, давай мы пройдем просто и все. Че там с них все равно какая-то хрень нападает? Не, ну можно это, чекпоинт сделать. Потом собирать оружие, паролить. Не, ну если хотите, можем сделать. Но хотя хер знает, где он тут будет, чекпоинт. Кстати, сейчас сыграл с рейдом скаут, в принципе, вполне себе неплохо. Кстати, донат. Не, у меня нет такого перка, но у меня хороший ролл тоже. У меня револьвер такой есть, который сам заряжается. У меня выпал полный рейдовый комплект. Снайперка, которая сама заряжается, револьвер, который сам заряжается, и пулемет, который сам заряжается. И шотган, который сам заряжается. Короче, полный рейдовый комплект. Из пистолета просто стреляешь, у него даже не уменьшается. Ты просто стреляешь, стреляешь, стреляешь. Так, надо снайперку взять. Наперка. Так, блядь, что-то я тут сделал. Я тебя столкнул, сорян. А, я сам упал. Блять, я ударился. Все попадали. Я в Антону в спину ударился. Придумал, надо его пропустить. Нифига не пропустил. А, вот. Вот почему я упал. Хорошо, что я хант. Блять! Ничего хорошего. Нет, я не упал. Я просто сделал этот свой уворот, который перезаряжает. И этим уворотом я перемахнул через ограждение и оказался снаружи. Я не знал, что так бывает вообще. Чё? Блять? Да, да, открывай. Я почему-то не зацепился за эту штуку. Ай, блядь, третьего прыжка не хватило. А, блин, зацепился тоже на выходе. У меня вот куча ног, ни одних нормальных вообще. У меня даже просто нормальных нет, они все какие-то на силу и подвижность. Да чтоб тебя, чё за... Тебя поднять? Да, без разницы, иди ты в чё встану. А, там вон я в чё ударился, там сверху ещё одна лесенка.
понял. А, тут целая платформа, тут бегать смотрю. Хантер, спаси меня. А Вов, ты поднимешь, да? Сейчас подожди. Аккуратно, на тебе жирный. Да, и там платформа прям целая, можно спокойно запрыгивать. Вот. Обычно нахожу места, на которые... Пойдешь, а хрен выберешься. Блин, нельзя разные augmentation моды поставить, печалька. Так, у нас шанг упал вниз. Он так может? Да. Я в него выстрелил, его хлопнуло, и он просто посыпался вниз живым. Ох ты же, блядь. Так, а чё, где все? Вечерел он. Ну, вообще что. На тебе хел жирный опять. Капитан. Все, чек не забрал. Спасибо. Да ё-мо, ты Рик сраный, разъебись уже. Вот, спасибо. Чтобы я тебя поднял, наверное. Так, сейчас у нас будут круглые. Потом, соответственно, надо жать ратные на них. Нет, это круглые. Вот думаю, Визерхорд или шотган? Визерхорд звучит увлекательно. Подожди, серебряную ставь. Да. Так, револьвер с четвертого раза получится. Вот такое. Круто. Я это вроде себе заказывал. Как раз тебе больше всего понравилось, да? Нет. Чё, как тебе, кстати, ластворд-то? Меркус. А? Как тебе ластворд? А, у тебя нормальный.
А у меня самый ебанский на свете. Мне кажется, все можно удалять до стан, то есть все, что нужно. У меня все есть. Что, даже векс мифокласт? Интересно, они его добавят, нет? Мифокласт у тебя есть? А он же... Всяко добавит. Дитя Destiny 2, он не знает, что. Ну, можно загуглить. Можно в нашем чате объяснить, о чем вы? Векс мифокласт. Короче, во времена первого рейда Destiny 1, который World of Glass, была экзотическая скаутка вексовская, которая падала с лоста в этом рейде. С мизерным шансом. Насколько я помню, эрго за почти... Нет, это была скаутка, которая стреляла очень быстро. Беркус, пошли, ты сюда, чао. Так я жду, пока вы зайдете. Мы зашли уже. А у нас кого-то нет еще или нет? Полина, где-то? Нет, нет. Полин, как обычно. Вот, и... Эрго, по-моему, за 4 года она так и не упала. Она потом выпала на другом аккаунте, а на одном, да, так и не упала. Да, но на основном аккаунте так и не упала. Мне она выпала, когда D1 вообще вышел из актуальности, уже там D2, по-моему, год прошел. Ну, то есть, ты представляешь примерно шанс дропа, да, это дело? И самое, что интересно, что это скаутка, особенно в первый год, неистово просто уничтожал все в PvP. Прям вообще в труху. Понятно. Ага. Линзы? Линзы Прометея. Да. Ну, мифокласс примерно так же. У всех эта эмблемка есть, да? Не, у меня нет, я в то время не играл. Я что-то тоже пропустил этот период с линзами. У меня за волка есть, а за это нет. Ну, это, конечно, вообще был трешовый период. Так, Палин, тебя встретить? Не знаю. А можете как-нибудь начать, чтобы меня подсосало, блин? Через орбиту. Нет. Не, мы заходили до что. А, ну Палин уже рядом. Ну да, я чуть-чуть устал. Угу. Весь райд совершенно. Да. Музыку было бы неплохо менять, конечно. Ух ты, а что это за жест? Да. Надо, а это мол, сезонный какой-то. Же. Кроу. Да, красивенько. Да какая разница, мы его и соляром пройдем еще. Сомневаюсь, что у всех, у меня точно нет. У меня тоже нет. Надо, чтобы не только ты, а все были в соляре. Но какая-то шутка для тебя, да? Так, здесь мечами остаемся? Еще брать? Здесь, да, мечи, пупыхи, там, не знаю, все что угодно, шутки. Снайпа же не нужна, наверное? Да вроде нет, снайпа не нужна. Ну, снайпа нужна только тем, кто кнопки отстреливает. Короче, тогда что у нас получается?
Я с Беркусом иду направо, мы ротируем красный баф. А, Полин, ты тогда к центру держись и страхуй людей, кто несет. Антон и Серега слева, Вова на центре. И, соответственно, Полин, ты тоже помогай там слева им. Потому что у них будут вопросы. Вова будет баф синий меняться, если что. Да, а синий кто берет у Вовы? Ну, если они желтым ротируются. Да, я бы. Ну, может, с Полиной красным, но это, в принципе, не сложно. Ладно, разберемся, короче, по ходу. Все подряд, кто чего. Кто вы что любит? Кто же. Серега, если что, возьмет синий. Ну, если надо будет, прям если пока. Красный у меня. Слева. Ага, вижу. Все забрал. Синий справа. А, все, Вова его убил. Два ближних. Перезагрузил. Ему. Левый ближний занесу. Правый ближний занесу. Если откроют 6. Забрал. Нормально. Занес. Так, у меня. У кого деактивация? На красном деактивация? Нет. Окей. А вот теперь деактивация красного, блядь, с такой задержкой. Отдай просто. Да, ну, тормозит, забираю. Мопцов надо. Угу. Перезагружаем. Так, два ближних снова. Лишний. Перезагрузил. Угу. На левой так, стороне все. Угу. Левый ближний заношу. Не-не-не, я правый тогда занесу. Все, я правый, правый ближний. Блять. Где ты? Меня убило, поднимите, так, правый, поднимите правый, правый подниму, ближний. Все. Заносите. Отдайте. Блять. Левый ближний, да? Кто-то с меня забрал. Кто с меня забрал? Кто с меня забрал? И ты правый, и все, все, занесли, все. Все. Желтый баф валяется. Желтый баф валяется в ящике вправо. Красный, красный деактивировался. В правом ящике. Чекин, забери красный. Угу. Да, иду. Забрал, забрал, забрал. Забрал. Два правых. Перезагрузил? Да, да, да. Заберите слева вверху. Правый дальний. Давай, я тебя подстрахую. Правый дальний занесу. Угу. Угу. А где ты? Все. Все, все занес. Деактивация красного. Занеси. Да, не уже все. Забрал. Два дальних. Два дальних. Перезагрузил? Перезагрузил. Антон опять у тебя там. Угу. Давай, ага. Серега, левый дальний нашел. Антону постраху, я с Серегой пойду. Еще что прям под босс. Левый дальний занес. Заберите блок, заберите блок. Я забрал уж все, внес. Угу. Только меня кто-то убил.
Это было подожди, он упал вниз. Заноси правый дальний. А, подожди, правый, левый дальний. Подожди, какой, блядь, левый дальний? Нет, левый дальний я занес. Правый дальний. Блядь. 8 стаков. Где ты? Все, ну, успел на 9 стаках, пиздец. Я не помню, чем мне. А, желтая деактивировано, желтая деактивирована. Заберите. Давай заберите. Я заберу желтую. Только потом будем меняться очень странно. Ну как мы поменяемся? Не будем уже меняться. Будем еще два раза заносить. Да. Окей. Оба ближние. Перезагрузил. Антон верхний, да? Серегу подстрахую. Правый ближний, не то. Правый ближний занят. Все занесли. Деактивация у кого? У кого деактивация? Серег, возьми синий там, что. Антон, может ты возьмешь? Что он бери синий просто, думаю. Да и все, так, Серега уже взял. Два справа. Перезагрузил. Угу. Правый опять? Дальний понесу. Левый не забрали. Левый забирайте. Забрал. Куда мне идти? Левый ближний. Ой, правый ближний. Правый. У кого синий-то? Я забрал все. Блядь. Второй заберите. Да я у тебя забрал, просто Антон рядом с тобой стоял, я с него забрал. Так, что там? Мне сказали правый ближний, я правый ближний стоял. Ладно, все. Все, поехали. Выходим. Реснуть можете? Окей. Ладно, фиг с ним. Да, реснул. А, ну все, давайте побежали. Есть. А что, мы с первой попытки прошли, что ли? Да. Ну, это самая простая фаза. Мы ее тогда случайно запустили, да. Прошли, в общем-то. В этот раз вроде тоже случайно запустили. Ты вылетал в прошлый раз. Опять дробашу, что издеваетесь? Хороший рейд. Два раза руки, два раза тело. Нет, мне тоже дробаш. Это не первый, мне... Не, плащ купал, я доволен. Не лук, не меч, конечно, но тоже хорошо. Так, чё, Полин, чтоб тебе тактику заново не учить, идём со мной на синий, а Беркус тогда идёт на жёлтый.
нашел, я нашел. Бергус, ты тогда еще страхуй синий баф. Угу. Так, шутки, двините и... Нет. Все скажу, помнят, скажу, что... Стар ДПС отсюда, да? Угу. Так. Сейчас погоню. С белого, с белого. Где я стою? Так, я на кладезь переключусь, наверное. Ну, вы оставьте эти новые тоже, которые дальние... Ой, не новые, а солярный ультимейт дальнего действия, добивать, чтобы добивать его. Окей, я оставлю долго. Да, у меня должен откатываться это, если я умирать не буду. Окей. Я тогда могу себе использовать. Ну, Максим спрашивает меня в соседнем чате, делали мы челлендж или нет. Мне он, короче, говорит, типа, что 5 человек идут сразу наверх, и вниз не спускаются. То есть внизу один человек все чистит и просто сбивает каст, а наверху в пятером за 2 ДПС фазы опускают его до финальной фазы. Прикольно. Можем попробовать на выходных, если будет желание, бьем. Да. Пятером. Ну или не на выходных, когда кому удобно. Так, синий баф у нас как называется? Синий баф. Ага. Так, а мне да. Самархия или что? Супресс. Ну, у тебя либо анархия 2 шотика слаговых, либо шотик снайпа анархия, либо... Ты все на виду. Супресс, руки, мне супресс. Либо 2 слаговых шотика анархия, либо слаговый шотик снайпа анархия, либо... Меч, если тебе прям удобно с ним, очень. Да, с анархией нормально. Я, в принципе, меч взял, я там так-то должен, но бог почистить. Сейчас подождите, я греник меняю. Греник йод импульса. Шлем. Так, ну я отойду, пока ты там меняешь. Одну минуту. Ага. Я вернусь. Че, тут все нет? Да. Вова, Беркус, Полина. Да, тут. Беркус тут? Нет, не знаю. Я тут. А? Поехали. Пошли.
аж летит. Мопчики начали лагать. Они здесь всегда лагают. Угу. У них тут телепортационная какая-то. Блин, я тоже хочу перчатки с ядом. Да, собрался. А там... Ну вот, ну вы там смотрите, что она может упасть или нет. Синий левый, желтый правый. Синий левый, желтый правый. Двигатель. Чем не разбирается? Чем не разбирается? Ядра. Так, ага, я возьму, принесу на синий. Полина страхует. Я тебя страхую, походу. Не-не, ты Серегу страхуешь. Нет, Полина не есть. Так, Полин, снимай. Спасите, да, Серегу. Да, снимаю. Не спас. Я так, пытался. У нас какой? Левый? Левый. Левый вот этот. Хорошо, давай заберу. Давай. Сейчас заберут. Так, синий правый. Ну, белый правый. На желтом будет, значит. Так, взял, иду на белый. Полин, мне прям надо почти сразу сменить. Заберите ядро-то. Забирай. На синий идем? На синий. Я тупой просто. Серега, прикрывай голову. Подстраховка. Не удалось. Так, давайте на ДПС. Идем. ДПС. Куда? ДПС. Ко мне. Беркус. Бегу. А, купола не будет. Ай! Скотина. Хоть меня откинуло как далеко. Так, у меня остался один йотун. Неплохо. Не хвастайся. Давай. Ставим, сколько стали. Так, не вон, у меня синий деактивировался. Вообще, жесть. И про это самился, походу. Так, желтый справа, белый слева. Пойдет на синий. Сбрасывай тогда. Ты его подобрал случайно, видимо, когда ревайва. Давай я заберу. Желтый правый, белый левый. Желтый правый, белый левый. Босс на синем. Мы с Полиной на белый тогда. Нет, Серег, ты с Вовой. Ты с Вовой идешь на желтый. Желтый правый. Правый, да, желтый, да. Правый. Да. Блять. Забирайте. Второй. Полин, я уже тут. Я тебе... Забирайте. Супер, вижу, 5 секунд. Отключено. Забирай, Полин, забирай с меня. Спасибо. Застанил. Полин, сколько стак?
Все, заношу. Так, у меня йотуна нет. Вообще. Я, конечно, сейчас попробую набить, но... Нет, деактивация, блин, я даю желтый, забирай. Блядь, вот это помню. Сейчас заберу. На желтом будет. Сейчас откатится. Быстрее сразу смотри, так, где давайте какой-то. Расстреливать, расстреливать. Левый. У меня нет йотуна. Левый на каком? Белый левый. Белый левый. Ага, а это еще? Синий какой? Синий левый. Я иду на синий, Полин, страхуй меня, у меня уже 7. Стою, жду, Полин, быстрее. 9. Блядь. Блин. Реснуть. Ладно, заноси, заноси. Я потом. Понял. Главное, чтобы тебя не убили. Занесла? Неплохо. Занесла, но у меня тут... Блин, загнал в угол. Поднимите, пожалуйста, нас. Мы не привайвов. У нас желтый. Не о чем. Быстрее, быстрее, там желтый надо. ДПС. ДПС, давайте донесем, сколько нанесем. 20 секунд у вас, ребята. Перезарядка. Хотя бы до половины-то. Что, она прям подлетает теперь вверх? Станьте это делать. Я разблизка. Во, ровно. Чпунк. Нашел второй сос. О, кстати, да, сейчас секундочку, я тут круглый мод ставил вместо этих патронов для фьюжники. А, стоп, нет. Заряжатель фьюженки. А, заряжатель тоже пригодится. Так, чё, всё готово? Все готовы. Можно и так сказать. Да, давайте время уже пасти 2. Чё он не спустился? Всё, не хочет с нами играть. Нам тут осталось-то, в принципе. Да, Макс, серьёзный. Надо. Отхиливать, с каких пор капитаны могут отхиливаться сами? Так, синий правый, желтый правый. Синий правый, желтый правый. Херня. Это вайб. Возьмите, возьмите. Мне кажется, это вайб. Да, походу, это вайб. Так, я поменяю шутку на снайпу. Может, попробуем 4 сразу захерачить? Можем.
Ну, там, не знаю, мне кажется, даже проще, может быть. А как успеть-то? Просто смотри, там, во-первых, допустим, с какого-то греника там его разносить сразу, да? А, блядь, новой бомбы нет. Ладно, давай, что делать? Готово, все, да? Желтый идет, Саша. Угу. Так, оба на синий. Не бери, Серег. Не бери, блядь. Ты с Беркусом идешь, иди страхуй его. Но я иду на синий левый. Можешь забирать меня, кстати, у меня уже 4 стака. Даш, у тебя что? У меня 7, тоже можно справиться. Сними. Все, заносим. Что там синий-то? Вова. Отключено, у меня 7. Вова. Забирай. Нет. Не застанялось. Блин, у меня только 8. 9 стаков забирай. У меня 9. Все, теперь заносится. Ну, все, давай. Упс. А по нему же видно. Чего станешь его? По нему видно же, что он проседает так. А он тебя просел? Серёг, у тебя есть что-то файдовое? Тогда капитан твой. И он бежит за мной. Меня за уши держит. Праздник я вижу. Ты что тебе? Так, синий правый, белый левый. Берите третий. А кто пострелял в него? Неважно, все, берите что. Несу на белый он... левый. Берите третий. Чпок, никто не взял тебя. Третий. Упс. Там просто два выпало, я перестал стрелять, и кто-то еще в него стрелял. Все постреляли по чуть-чуть. Короче, три это вайп. Ну, да, если три выпало, если три выпало, три флага это вайп. Четвертый выбивать просто и бежать с четырьмя сразу. Ну да, там всем надо было брать. Просто не готовы были, так-то это ничего такого.
Ну окей. Упс. Так, Саша, у меня жирный. Угу. Был бы синий баф наверху. И оба на желтом. Блять, че не сбивается? Хватит, хватит. Забирайте. Забрал одну. Разбейте. Так, я на левую несу, несите на правую. Так, синий. На желтый правый, да? Так, желтая же. На синем оба. А, оба на синем. Забирай. Да, заберите с меня. Ага. Да, да. Все. Оба на белом. У кого деактивация? Не у меня. Заноси. Забрал синий. Оба на белом. На белом. На белом. Босс на желтый пришел. Несу на правый. Да. Так, Палин может спирать. Разбейся. Угу. Застанил. Все четко. Мопцов немножко почистить. Да, давайте на дамаг базу. Сюда собираемся. Поднял. Чтоб ты близко подходишь. А, блин, не делайте так. Не могу резнуть, не кончу. Да, ты близко очень не подходишь. Так. Я резну. Пола. Синий забирай. Так, на синем левый. На желтом левый. Синий левый, желтый левый. Значит, на белый пойдет, окей. Ух ты, блядь. Ай. Чекин, повтори, на синем левый. Синим левый, желтый левый. Желтый левый, окей. Блять, почему? Подниму. Берите. Сетка. Сейчас рванет. Да не успеем. Так, Полина, иди с Беркусом, я пойду с Серегой. Сбейте. Так, Беркус, ты куда идешь? На синий. На синий левый он идет. 7 стаков забирай. Сейчас забираю. Я забрал. А, ты занес. Все, деактивация желтого отдаю, Полин, забери желтый. Заберу. Да. Смотри, куда нести. Белый, левый. Угу. Синий.
Ну что бы на белом? Нет. Ну синий должен быть. Синий правый. Угу. Забирайте. На синий несу. Разбейте. На белый левый несу. Серега, ты со мной тогда. Забирай 7 стаков. Левый. Забирай все левые. Забирай. Так, у меня деактивация. Тут сейчас дефолт. Да. Дамаг собираемся. Дамаг. Телепортация на синем. На синий. На синем. Фиолетовая хуйня. Эй, на желтом. Да, все. На желтом. На желтом. Фиолетовые фильмы. Блин. На синем. На белом. Давайте, добивайте. Дебаф. Ну, камон. На синем. Давайте ульты всякие. Нету. Да я уже добиваюсь. Нет патронов, блядь. Вообще никаких. На белом. Все. Все патроны вообще расстрелял. Да. О, мы еще триумф сделали, еще один, ребят. Ничего себе. А вот это да. Чудеса. Плотненько. Так, завершить все испытания солнцу. Уничтожь Титаник, активировав пары проводящих узлов с варом не более 5 секунд. Молодцы, хорошо, я заносили. Ну, поздравляю. Так, сет, и у меня нет только меча. Там же 6 должно быть, да, вместе с мечом? Или я что-то еще пропускаю? Да. А значит, у меня тоже такая меча нет. Окей. Блядь, тело говно. Блин, а что бы мне взять-то вообще? Что мне из этого может быть нужно? А тело, которое ты берешь отсюда броню, оно с фиксированными статами, нет? Ты не брал броню? Я подозреваю, что там полный рандомайз вообще. Ну, просто когда на меня наводишь, там типа всего 46 и как бы там вот. Возьму тело, попробую. Блять, 63, но тоже говно, блять, что какой-то. Просто сила и мобильность, блять, у меня нет больше. Ракетница отсюда рандом упадает или что-то? Да. Кому-то упал? Мне падало в прошлый раз, да, позапрошлый. Да вам-то понятно, чё. Вам-то, конечно, да, мы же сейчас проходим. Не ты один такой. О, поздравьте, моя первая шмотка 1260. Поздравляем. Ракетница вот прикольная. Ну что ж, все красавцы и молодцы просто. Thank you.
Я, короче, сделал последний лаки шот из снайперки, просто у меня кончилось двинки, я уже такой, типа, взял снайпер и последний выстрел, у меня просто добил босс. Нормально. Я уж думал, блин, мечом идти его рубить, вообще патроны везде кончились. Надо. Мне, кстати, очень нравится вот эта лада вот с экзотической снайперкой, кстати. Прям вообще огонь. Чуть-чуть меньше урона, чем с двумя шортиками, но зато можно с ранжи его стрелять. Что там у нас? О, как раз падают экзотические руки сейчас, да, из-за того, что... Че, отправляю в тауэр? А, не я лидер, перкус лидер. Сейчас, давай закинем в тауэр. Все все взяли? Летим. Блять, я баунти у Хоттера не взял, все баунти взял, а это рейдовый не взял. Что ж... Бывает. Ну, у меня есть подозрение, что мы еще пойдем. Ну, я бы на самом деле сходил еще раз на эту неделю, может быть, челлендж потравил. Ну, как вот с этим 5-1 деление. Давай, я не против, вроде сейчас мы его более-менее быстро. Вот Атракса еще будем хорошо и дружно разносить. Снова захода и тогда вообще никаких препятствий я не вижу быстро выходить. Давайте попробуем действительно 5 человек, как бы один чисто внизу, 5 тут наверх, и что ж. Ну просто если с новой, то можно почистить внизу и раздамажить как бы нормально, а вот без новой тяжело. Ну, можем с новой. Да и нет. Угу. Ты сейчас пойдем? Даже нужно. Прям сейчас. Да, нет. Не, прям сейчас, наверное. Все хорошо, конечно. Да, Рождество тут. Снега. В Геншин опять же надо побегать еще. Ну, сектор да. Пробежать. Охоту мастер. Я руки хочу. Не охоту. Сейчас. Ты... Ну вот у нас перебор сейчас будет. Ой, я сама обижусь, пожалуй. Бросил просто и пошел, а сам пошел спать. Да, я как раз посмотрел дальше, побегу, попробую пробежать. Да. А там это самое, в секторе-то на... Тяжело, да? Какой? А там надо сольную пройти. Земля, да? Которая, что ли? Консил 2. Векс, что ли? Ничего не понятно. Да, все. А, это комнатка, где такая... Типа ты идешь через век своей постройки, а приходишь в итоге в брейвские помещения. Это как раз где перегревается плойка. А, подожди, там же есть куда выходить, там можно назад возвращаться. Да. Там можно наверх запрыгивать, просто они не могут запрыгнуть на приступочку. Подманиваешь и залезаешь наверх, и все, они там забегают, стреляешь. Так, что я возьму тогда с ней? А шурачи можешь сходить? О, шурачи. Ну, то фармить всякую хуйню. Пирожки отнести. Да. А, нет, пирожки. На этот Exodus. Блин, который. Хороший на этот.
Отвратительное дерьмо. Замечательный отфон. Где боговал танк? Мягко говоря. Ведь фазма бойся отвратительно. И че? Че, а кто куда че хотел? Если кому-то нужен третий, я могу куда-то сходить. Если нет, то я пойду спать. Я пойду бегать соло сектор. Ты лидер его, если что. Да-да. Нет, я уже ливнул фаертиму и оставил его лидером. Я что ли лидер? А, кстати, а в героическом секторе там тоже есть эти чемпионы? А какие там? А, ну сейчас доеду. Они смотрю, там при запуске, да. Ну, такие же, как обычно, в общем-то. Барьер. Барьер и оверлорд, я понял. Так, есть оверлорд. Ой, 59, какое. Да. Гарпи, а там какой? Тёмный. А, вы в Найтфолл всё-таки? Сервиторы, которые они не фиолетовые, разве? Ну, да, несколько штук должно быть. По крайней мере, такой жирный, который перед танком.
меня хочешь. У вас набирается трава? Не надо, никого. Да мне то, чтобы надо, я просто думаю, идти спать все-таки идти. Че-то как, я даже спать пойду, просто не хочу. Давай. Завтра лучше побегать. Доброй ночи. Че, мы сходим в рейд еще на этот день? Да, конечно. Какой день комоду? Кому когда удобно на этом деле еще? Ну, не я знаю, субботу, наверное. Завтра не могу, да. Вот суббота и вечер пятницы, возможно. Про вечер пятницы под вопросом. Ну, давайте покороче пятницу, субботу попробуем. Угу. Вов, ты работаешь, не? Антон, а у тебя что там? Я в любой день. Ну все, можно даже в пятницу и в субботу сходить. Я на Титану закрыл. Угу. Челлендж бы потрогал. Ну все, давайте спокойной ночи, то всем спасибо. Да, спокойной ночи. Пока. Мысли. Я вообще ливнул.
Блин, а я думал, у вас уже и так перебор. Я такой, ладно, окей, я самоустранюсь. И полетел пирожки печь. Что вы за люди такие? Сейчас опять сек. Я тоже переодеваюсь. Какие моды? Треугольник. Меч. А, в смысле новый? Ага, круглый я взял. Тезер взял, маску переодел. Так, тогда сейчас 2 секунды. А куда-то можно залететь за патронами или сейчас не работает? Да? Не, я редко хожу. А, ульту не заряжает? Так, я готов. По-хорошему там этот зашел, и Борис Крамер, конечно. Треугольник. Треугольник как раз ППшку. ППшка может снимать. Но арк нужен, да. У арк есть кого-нибудь? А, все, отлично. Так, я отойду на 5 секунд, закручу себе сигаретку и вернусь. Я тут. А я к вам подцепиться не могу. Да? Клюин.
А, слушайте, боевая группа доступна только в приглашении. Опять что-то соло флоу ли сходил. Если за него, кстати, повышку дают. Плюс 5. Угу. Там за прохождение, да, написано. Шмотки эти. Там два сета же. И оружие, которое только там падает. 12-8, мастер же идет. Или мы просто на